Привет всем! В этом видео я сделала для вас макияж из моих прошлых видео о покупках и подарках. Многие запрашивали это видео, вот я его выполню. Так, сегодня я проснулась, у меня просто проблемы какие-то с лицом. Тут красная точка, тут на носу что-то и вообще. Так, тональная основа у меня уже есть. Это Avon вот такой вот. Ideal Shade. В оттенке Natural Beige. Вот такой вот, короче. И консилер у меня вот такой вот, от Maybelline Finiton, в оттенке 03, такой вот. Также я чуть-чуть воспользовалась вот таким вот консилером от Sherry Machine, или Sherry Machine, не знаю. Вот этим зеленым и фиолетовым я пользовалась, чтобы убрать покраснение и синяки под глазами. Теперь приступаю к глазам. Беру базу, сегодня я возьму вот такой вот от Vivienne Sabo Fixatour. Так вот она выглядит. Дальше берем нашу палетку от Benefit Cabana Glamour и вот эти вот три цвета, которые в ней есть. Я беру вот такую большую кисть, плоскую, с Buying Coins набора, и самый светлый оттенок, вот этот розовый. Наношу в уголок и до середины глаза. Дальше я беру кисть поменьше этой. Я сейчас использовала вот эту, а беру вот эту вот маленькую. И, конечно же, беру второй оттенок из этой палетки, такой коричневый. И на вторую половину глаза. Дальше беру 217-ю кисть от MAC. И самый темный оттенок. Убираю его и... в складку и в уголок. Возьму кисть растушевочную от Oriflame и растушую границу. Беру черную подводку фломастер от Avon и подвожу глаза. Беру тушь от Rimmel Volume Flash Scandalize, которую я показывала в прошлом видео. Такая у нее огромная кисть и на нижней и на верхней ресницы. Набирается супер много туши, просто на кисти приходится вот так вот делать. Беру тень для бровей от Essence, как всегда стандартно, и кисть скошенный с Buying Coins. С глазами закончили, приступаем к лицу. Беру первым румяна. Румяна вот такие вот у меня от Max Factor.
Оттенок 225 Mulberry и кисточку от Sherry Masheri для румян. Беру хайлайтер от MAC, Soft and Gentle и кисть Bine Coins. Вот и все, на этом макияж мой готов. Да, так просто супер легкий макияж глаз, совершенно стандартный. Вот.